Всем привет, дорогие друзья! Вот и подходит 2021 год к своему завершению. На календаре уже декабрь месяц, и уже совсем скоро под бой курантов будем встречать новый 2022 год. Ну и как же в Новый год без подарков? А для вас я приготовил кое-какие подарочки. И в этом году подарков будет гораздо больше, чем в прошлом году. Общая сумма подарков превышает 100 тысяч серебряных монет. И розыгрыш будет как для всех подписчиков, так и отдельный для спонсоров канала. Но прежде всего, давайте я расскажу вам, как принять участие в новогоднем розыгрыше подарков для всех подписчиков нашего канала. Первое, что вам понадобится сделать, это подписаться или быть подписанным на канал Дриллер. И вот тут внимательно, подписки я буду проверять. Как сделать, чтобы ваши подписки, или как это еще называют фид, были видны, ссылочку я оставлю в описании. И второе, что вам понадобится сделать, это написать один комментарий к этому ролику с указанием своего никнейма в русской рыбалке 4. Комментарий может быть абсолютно любым, но так как розыгрыш новогодний, можно написать что-то новогоднее, так как зачитывать я буду ваш комментарий в прямом эфире, в преддверии Нового года. Это, собственно, и все условия, но есть еще один небольшой нюанс. В прошлом году новогодний розыгрыш собрал более 800 лайков, а в этом году сможем побить этот рекорд? Если сможем, дополнительным призом будет один любой предмет с новогодней ярмарки, стоимостью не более 20 тысяч серебряных монет. Неплохо, как я думаю. Ну а в спонсорском розыгрыше все еще куда проще. Также оставляем один любой комментарий с указанием своего никнейма в русской рыбалке 4 к ролику, который найдете в описании. Это, собственно, и все условия. Ну а теперь давайте поговорим о призах. Хотя, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому я подготовил для вас таблицу с призовыми предметами и ценами на них в серебре. Тут и бланки удилищ, катушки, а также бубны в подарочной упаковке. Ну а главным призом для всех подписчиков будет венга 10 тысяч. В то время как у спонсоров канала главным призом будет тагара 10 тысяч. Но и не стоит забывать о том, что если преодолеем рубеж в 800 лайков, будет приз с новогодней ярмарки. Итоги будем подводить на стриме 27 декабря в 20:00 по московскому времени. Вот, собственно, и все. В завершение отвечу на самые популярные вопросы. Принять участие могут только игроки Ру-региона. Комментарий нужен один, а не 2, 5, 10. Один приз в одни руки. На стриме присутствовать не обязательно. Спонсоры канала могут принять участие в обоих розыгрышах. Если победитель жульничал, приз не получает. Итоги 27 декабря. Но даже то, что будет завтра, мне неизвестно. Форс-мажорные ситуации могут быть у всех. Теперь, пожалуй, я все сказал. Вам же трофейной поклевки, победы в розыгрыше и до скорого, друзья. Всем пока!